have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, Кена, проводник так и духов. Вот это фиговая загадка. Кроме того, сколько я тупил в прошлой серии над этой загадкой, сколько я потом еще протупил после записи серии и всякое такое. В общем, я не знаю, сколько суммарно на нее потратил времени. Моя догадка оказалась правильная, что эти тотемы нужно просто зажигать в правильном порядке. Но в каком порядке? Их 4, и экспериментировать можно очень долго. И, черт, я сдался. Я пошел и посмотрел подсказку, и она оказалась... Ну, блин, надо, оказывается, подойти сюда, провести волну, и начинают зажигаться вот эти чертовы свечки. И в том порядке, в котором они зажгутся, также надо поджигать эти чертовы тотемы. Вроде вот так вот было. И все, черт побери! Ты же говнище тупое, это не загадка. Ну как так-то, блин? Просто бомбит с этого. Это не логично. Вот вообще вот это использование, то что волна и стрела, это же одинаковая энергия посоха, но используется она абсолютно по-разному. И как я должен был волной поджечь свечи? Скажите мне, пожалуйста. То есть я понимаю, что волной я поджигаю... Иди. Волной поджигаю вот это вот синее говно, которое тут везде расставлено, кристаллы и всякое такое. Это логично, игра нас этому научила. Как я должен понять, что волной можно поджечь еще чертовы обычные свечи? Короче, это вот просто отвратительнейшая загадка. И... бесит. Да поговори ты уже. Детишки часто развлекаются в этих ручах вместе с Таро. Мне кажется, я снова слышу их голоса. Они все чувствуют себя в безопасности в этих лесах, ты хорошо их обучил. Слышишь голоса, сходи к доктору. Все, короче, остальные три храма мы раскрутили в прошлые разы. Я не скажу, что это тоже был максимально увлекательный геймплей, но ладно. Короче, вот за прошлую серию эта игра резко потеряла очков в моих глазах, потому что до этого было все довольно интуитивно и понятно. Были какие-то загончики небольшие, но это просто реально перебор. Как в той рекламе, знаете, перебор, это переборище! Ну, в общем, да. Кто видел, тот знает. Насчет того камушка я тоже еще не знаю, как это все будет работать. Тебе еще сюда стрельнуть? Валим! Я неплохо. Валим. Капитан Росток. Капитан Очевидность, блин. Опа! Не многовато ли ты ударов делаешь, дружище? У меня к тебе такой вопрос. Хорошо. Я тебя понял. Ну, давай, очнись уже. Я в полете... Да ну ты не офигел, я в полете от переката. Я в полете от переката был, я тебе говорю, друг. Так, короче, ладно. Валим, 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 валим. Да ну я, блин, это настолько бесит. Во-первых, когда ты находишься в полете от переката, ну тебя, в тебя как-то каким-то образом, блин, попадают. Во-вторых, ты еще... Вот! А, ладно, здесь это уже был мой косяк. Когда ты еще не успел встать, то есть это было в старых играх, когда еще был непродуманный геймплей, когда ты еще не успел встать, тебя просто... продолжают фигарить и не дают тебе подняться.
валим! Не-не-не! Ну, это понятно, то, что его атаки не сбиваются. Уходим! Крутись! Короче, ближний... Да хорош! Ну выпусти меня! Ближний бой с ним не вариант. Нужно отходить и расстреливать его. Бить его — это глупо. Надо сейчас попробовать... Блин, начали серию с босса. Вот эти два удара сейчас были абсолютнейше нечестными. На, давай. Ага, хорошо. Давай, лежи, не вставай. Я сам подойду, не вставай. А еще вот эти вот прогрузки бешено медленные, ладно. Опа! Как я ему тогда этот кристалл очень удачно так... Да у него и наводочка срабатывает, и все срабатывает у него, и рейндж огромнейший. Ну вот, короче, смотрите, да, ты только поднимаешься, еще даже нету анимации того, что ты встал, тебя моментально опять же убивает. Погодите. Может, я жадничаю, кстати? Хочется его поскорее убить, потому что он меня бесит. Ну вот, да, смотрите, вот эта анимация, то есть, если ты отхавал один удар, то второй удар автоматически по тебе проходит. Вот этот рывок тоже очень, кстати, бесячий. Потому что он вроде крутится, крутится, крутится. Ты начинаешь по нему стрелять, а он такой бах, и рывок к тебе. О! Ну, уйди! Уйди, уйди, уйди! Это я ему по кристаллу попал, кстати. Абсолютно случайно! Рывок! Идешь нафиг, идешь нафиг! Валим! Да ну блин, вот это у тебя рейндж, дружище! Одна стрела успела зарядиться, круто. Стрелы тупо не заряжаются! Надо зарядить. Да ну! Это бесит на самом деле, потому что ну нажимаю же. Хилки, естественно, с ним не будет. Такие другальки. Спасибо. Такие другальки хилок не дают. Ладно, ребят, сейчас. Наконец-то, блин, убил эту фигню. Фух. Не знаю, много-много попыток ушло, на самом деле много. Это я взял. В общем, рейндж у него просто нечеловеческий. То есть, вот тут вот ты начинаешь такой от него уворачиваться. Раз, два, три. И тут к тебе прилетает его финальная анимация. И такой, опа, тебе прилетает удар, и все. И потом, сколько раз было, когда такой, вот, анимация прыжка... И когда она уже почти заканчивается, ты уже почти приземляешься, у тебя срабатывает анимация удара, хотя ты находился в прыжке, уже улетел из его зоны. Короче, этот босс, ну он очень кривой. Прям очень, зараза, кривой. И за счет этого очень бесячий. Ладно,
Черт с ним. Иди. Я с ним дрался исключительно луком, потому что... Драться оружием, он там очень сильно блокирует, парирует. Вблизи к нему фиг подойдешь. У него реально очень хорошая оборона вблизи. Единственный был вариант драться с ним, стрелять в него из лука. И то вот 2-3 выстрела делаешь, и потом просто валишь оттуда. Еще очень как-то криво работала вот эта штука с отвлеканием тленом. Потому что у тебя кнопка... На, отвлеки тленом. Ты нажимаешь? А, нет, нет, поздно, уже поздно. И все. Ладно, чертова маска. Давайте уже закончим с этой фигней. Мы оставляем подношение у дерева-хранителя и просим его защитить наших близких. Тара оставила это для детей. Я уверен, что он сильно перепугался, когда их потерял. Первые вожди деревни оставили здесь много подношений. Умелые охотники использовали, для создания могущественного оружия. Я уверен, что дерево-хранитель не обидится, если мы возьмем их, чтобы помочь Тару. Обнаружена реликвия подношение еды. Мы что, хавчик нашли, что ли? А, мне еще двоих этих пушистиков дали. Хорошо, спасибо. Ну, пойдемте, что ли. Куда нам теперь? Нам теперь к тому месту, которое требовало огромной силы, да, что ли? Так. Сюда будет поближе, наверное. Пойдемте. В общем, я не знаю. На самом деле, нет, игра-то мне нравится. Вот пока ты ходишь по ней, ищешь загадочки, исследуешь, смотришь, это все выглядит офигительно. Вот. Но ты потом вот берешь, натыкаешься на такую тупейшую загадку, как с вот этим вот храмом рыбалки чертовым. Или же вот на такого вот босса. И просто руки опускаются, не хочется больше в это играть. Сейчас посмотрим, если дальше пойдет нормально, адекватно, я смогу там, ну, отдохнуть. Ясно. Смогу отдохнуть. Да, так все и будет. А как? Дружище, ты мне не подскажешь? Так-то жизни у него не особо много. Нельзя было дать ему вылечиться! Ах вы говнюки мелкие! Как я это должен сбить по-вашему? Ну то есть... Да, да, понятно, все, давай, сдохни уже. А как я должен этот шарик сбить? У него скорость такая же, как у меня. При этом... Я его могу сбить только... То есть, вы мне тут тоже намекаете только на дальний бой, да? Может, я буду это... Лук заряжать поскорее. Сдохни. И все. Так этот босс был проще, чем тот. Дали бы мне сразу с ним сразиться, я бы... Ой, блин. Игра, я твою логику просто не понимаю. Так, а... Мне с ним поговорить, что ли? Что ты хочешь? Пропустите меня туда. Я не знаю, что скверно ждет тебя в фонарной пещере, но боюсь, что Таро будет биться до последнего. Да я-то понимаю. Открой дверь!
Но это, кстати, было подло. Только что там был большой босс. Приходим сюда. Ой, извини, еще один большой босс. Мне в пещеру, и все, я понял, как мне идти. Пойдем. Ну и Таро, естественно, будет еще один большой босс. Где у нас еще день больших боссов, что ли? Что за фигня? Иди сюда. Давай вылазь из-под камушка, пока тебя не придавило. А, это под одним из камней он должен был быть, или это просто угадал так удачно? Там нету. Сундучок соберу. 3400. Что-то подсветилось, но ничего нету. Так, ну мне лезть надо. Пещера-то заблокирована у нас. Древопени, пенедревы. А тут кто? На этом старом походном снаряжении видны символы лисы. Хорошо. Давайте посмотрим. А здесь можно, кстати, свеситься. Зачем? Я там был внизу. Это ведет к вагончику с этими со шляпами. Т. Собрали. Знаете, вот мне сейчас почему-то пришла в голову такая мысль, что кнопки здесь расположены. Вот кто-то из разрабов взял такой, просто чихнул на клавиатуру, и вот как слюна разлетелась, вот так вот назначили кнопки, потому что RTB-QM, таб при этом ничего не делает. Это отвратительно. Ну это же явно сюда. Ну вот эту штуку надо сюда, вы чё? А, мне нужно в правильном порядке, что ли, тыкнуть? Мне, ну, явно надо, чтобы пройти дальше. Ладно. Нет, ну проход дальше закрыт. Мне нужно вон ту фиговину вытащить. Оно ж там явно не зря. Но как ее вытащить? А, вон первая. Вот вторая. Вот третья. Еще и вручную дотащить ее, да? Давайте лезьте. Сказочные твари. Я тут все сейчас порасчищаю, потому что фиг его, куда мне и что мне надо. Разлетелись. Захвати. Еще в пещеру сейчас надо будет сходить.
Еще раз обязательно надо зайти. Там вылезешь ты. А, погодите, я не могу. Я понял, зачем там это, хорошо. Перекимпирую всех и все. Отлично. Тут мы можем сразу подобрать. Падать лучше не падать, понял, хорошо. Это было подло, если что. Вовремя заканчивается. Просто офигеть, как вовремя. Все, не все. Не вот это еще прочистение. Почему-то, вот не знаю, так вот оно сделано, что та скверна прочищается. Совсем рядом с ней находится другая скверна, но нет, мы ее не будем прочищать, чтобы ты вот еще вот так вот помучился с вот этой фигней. А то как-то вот слишком все просто у тебя получается. Мы тут вообще-то левел дизайнили это все, а ты тут берешь и проходишь. Да? Так это все выходит. Левел дизайнеры фиговы. Хорошо, мне выше, видимо, да. Ну, то есть, а куда еще? Хотя... Погодите, может, мне реально ниже? Ну, то есть, да, здесь просто вход в пещеру, а мне вот туда, вон. Опа! Славный парень, Робин Гуд. Ну, в смысле я не попал? Я же в прыжке попал, я же красавчик, блин, вы чё? Ладно. Ну, тут тоже все, естественно, в скверне. У них все скверно. А тут мы не едем на жопе, да? Тут мы... Угу. Ладно. Ясно, понятно. Телепортажечка у нас тут открылась. Да, это мы сейчас в глубине пещеры. Хорошо, что от нас хотят здесь? Да шевелись уже. Шевелись. Еще одна большая драка. Ну да, хилочка есть, значит, большая драка. А, это ты прям весь вот этот вот. Да, это большой дядя. Ничего ты так достаешь? Мелкие будут спавниться постоянно, да? Потому что у него спаунилка на спине, черт побери. Нафиг, нафиг, нафиг. Ладно, пусть только мелкие. Сейчас прилетит, прилетит! Опа! Incoming! Где он? Иди отсюда.
Нет! Ну ты... Не, ну я ему типа наношу что-то, не... Ай, блин, больно. Не обязательно прям по слабым точкам лупить. Да хорош! Валим. Видели, как он повернулся ко мне? Че это такое? Че это такое? Сдохни. Сдохни. Ну, понятно. Хорошо, не, в принципе, я пока что ничего криминального не вижу. Давайте посмотрим. У него три слабые точки, естественно, попасть по ним, как попадешь, то можно пропустить? Так, вон, одна на руке сзади, одна на башке. Опа! Ходу, ходу, ходу. Оп! Не попал. Ну, а... валим! Не застревай! Стандартный hit and run. Валим. Мелких валить вообще бесполезно, потому что он их спавнит в таком же количестве, но только они мешаются. Ах ты ж! Ай, блин, я мог ему эту... Когда он так делает, можно... Вот это говно на спине убрать! Оп, оп, оп! Да, блин, ну, куда же ты попадаешь? Дай хилку. Ха-ха! Подлечился. Моментально же следующее прилетело. Валим. Да, он крысёныша просто спавнит, и все, ему нормально. Опа! Нет, ну так-то вроде ничего, жить можно. Хорошо! Так, это я тебе спавнилку отрубил, да? Ты не офигел, крыса мелкая! Я все это время мог его стоять и лупить. Нет, они теперь тупо из-под земли спавнятся. О, ты ж! Серьезно. Мелкие не были проблемой. Вот до вот этой минуты. Сейчас они прям меня достают. Да ну... Блин, я же в увороте был. Как ты меня бесишь. До свидания. Не, ну тут нормально. Тут нормально. Ну, я не говорю, что босс должен быть легким. Нет, ну хотя бы, чтобы не бесячим. Вот этот был, ну он сложный. Но со второго раза прошелся. Потому что просто понимаешь его паттерн. И он не глюканный, он не баганный. У него все нормально. Ах. Та тварь в храме-то было вообще что-то... Блин, три босса уже за сегодня. Освободите Тару. Освободите Тару, мне нужно налить кое-что.
Так, обнаружена реликвия, фонарь. Да фонаря все. Хорошо. И добавили нам еще этих мелких фрукты. Жрите. А тут что? Этот сундучок в жизни не заметишь. А, мне тут, собственно, больше делать уже и нечего, да? Предлагают просто выйти отсюда. В. Видно. Как удобно, что посох еще и фонарик. Куда я пришел? Это место. Шел-шел, пирожок нашел. А, ты меня вести будешь? А зачем? Ну, типа... Да не то. Сюда его, что ли? Да. Я вообще не в тему. Причем тут фонарик? Как-то все работает. Зачем мне надо было фонарик принести? Приходится идти сканить постоянно, а вдруг еще какой-то говнище будет. А тут просто, что ли? Я думал, что вся эта фигня уйдет. Как я должен отсюда выбраться? Погодите. Причем костер у меня был в фонарной пещере, но до освободителя Савитара с помощью реликвии. Так, погодите. Духи. Ну, все три реликвии, все воспоминания я уже собрал. Вообще ни черта не видно. Как мне вот этот путь очистить? Пойдемте, может что-то связано с тем фонарем. Черт его. Я же его не зря, наверное, на место ставил. Я вообще не понимаю, что происходит. Зачем это так? А, вон, вижу. Это на время. Да прыгай ты. Это еще не все? Так я ж попал туда, погоди. Ты что, дураки что ли совсем? Я не могу туда дальше пройти. Это, конечно, все прикольно и классно. Но я не могу туда дальше пройти. Что мне тут-то?
Или оно потом сюда идет, это последнее. Ладно, я понял, это, видимо, для этого и есть. Сейчас. Ну, если оно сюда не идет, то я тогда не знаю уже, как отсюда выйти. Куда оно там? Блин. Это, знаете, приходит такой директор в студию, такой: мне нужны загадки. Какие? Не знаю, мне нужны загадки. Серьезно. Я нашла фонарь Тара. Наверное, он потерял его, пока искал детей. Принеси реликвию к упавшему дереву. Настало время помочь Тару обрести покой. Че, еще один босс, да, сейчас будет? Иди отсюда. Принеси к дереву. Мне сейчас вроде налево. Так, к шорткату, ну-ка. Тут сундучок, я его, конечно, заберу. Он вроде не проклятый. Еще бы дольше оно висело. Так, хорошо, шишка-шапка. Блин. А, этот проклятый сундук. Не, нафиг, не хочу. Не хочу, спасибо. Такие вещи. Ладно, блин, было бы оно там еще на выживание. Так оно на выживание еще и на время. Это отвратительно. Так, оп. Ребят, пас. Где это перемещалка фигово? Скажите, я еще не туда пошел, да? Или она где-то там за стеной находится? Где перемещалка? Тут, что ли? Не, погодите. Ну-ка, вы могли бы сделать еще менее очевидно, да? Ладно, я уже пойду к той перемещалке тогда. В самом-то деле. Оп. Оп. Где она находится хоть? Мне даже не надо это реку пересекать, по идее, это все тут. Вон она. Неужели, неужели, неужели? Тан-тара-тан-тара-тайрам. Итак, вот сюда. Дерево. Угу. Ну, по количеству скверны тоже понятно, что сейчас еще один босс-файт будет. Правда, я хилок не вижу. Это не очень хорошо. Так, все собрали, давайте. Взаимодействовать. Серьезно, если сейчас будет еще один босс, это будет прям отвратительно, потому что их было уже три. Ну куда? Ну это просто уже, ну это не весело. Вот он, зомбяк. А, да, что я там говорил? Босса не надо, ага. Вот вам, пожалуйста, ворд из Холодной долины. А так босса нет, да.
Танк! Что, блин? Что с твоим замахом, дружище? Опа! Там на плече ему можно было десант. Если бы я еще и попадал. У меня стрелы закончились. Так, а сколько у меня хилок? Опа! Да! Хилку. Уходим, уходим, уходим. О, папа, я забыл про это, я забыл про это. Что он будет просто слепо махать. Я про это тоже, да, ну выпусти, выпусти, выпусти! Нет! Дайте еще хилку. Я понял, ухожу, ухожу. Вон там есть еще одна. Я хотел сказать как раз, что на такого босса одну хилку это мало. Да ну хорош! Заряди! Да ну! Валим! Валим! Валим, 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 валим! Да ну блин! Я живой, живой еще! Че, еще одной хилки не будет уже, да? Опс, схватил. Ну, в принципе, не, нормально. В принципе, нормально. Он... Ой, блин, только давайте... Пропустим. Все, заряжаем. Да блин, чтоб тебя. Как ты попадаешь за этот первый удар? Не то! Да не хотел я лечиться. Кому, блин, пришла эта светлая идея использовать хилки и... Экшен. В него же кувыркаюсь как надо. Оп, валим. Валим. Жадный, я жадный, я жадный, я знаю. Да хорош, 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 тихо, успокойся, успокойся. Фонарик.
Нет, 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 ну... Упс. Валим! Хилочку. Нет, нет, не надо, не надо, не надо тебе, ну не надо! Валим! Опа! Хорошо. Да ну блин, я умахнулся, хотел сказать. По мне еще последний удар. Спасибо. Заряди лук, 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 заряди быстренько. Надо больше стрел по возможности. Валим! Опа! Просто... Да хорош выть, блин, все честно было. Фух. Нормально. Все, дружище, тебя спасли. Супер. Болезнь, унесшая наших родителей, разнеслась по всей деревне. Духи леса, сопровождавшие наш народ. Духи леса, сопровождавшие наш народ, направляйте их на трудном пути к горному храму. Еды оставалось мало, и все были напуганы. Никогда раньше не чувствовал себя таким беспомощным. Сая хотел остаться, но я подумал, что можно пойти к Русу и попросить помощи у него. Я был так уверен, он будет знать, что делать. В лесу что-то было не так. Никогда раньше не видел Русу таким беспокоенным. Он отправил нас обратно в деревню, я понял, что совсем одни. Бенни и Сая оставались только я, должен был их защитить, защищать. Произошло на следующее утро. Вот как все случилось.
Взрыв в горном храме покрыл землю мглой. Нет. Бенни, Сая, где вы? А вот и фонарь откуда взялся. Угу. Гла продержалась много дней и искала везде, где мог. Значит, они тоже духи. Ну, это было, да, в общем-то, понятно. Значит, как бы они следовали за нами. Был их старшим братом, и мне лежала обязанность их защищать. А, понятно. Even now, даже теперь мне трудно себя простить. It's hard to forgive myself. Таро. Таро. The children know. Дети знают, как глубоко ты их любил. What happened in the village? Что случилось в деревне? Не твоя вина. You will always be there. Ты навсегда знаешь их старшим братом, и ты им все еще нужен. Можем отвезти тебя к горному храму. It's okay. Все в порядке. You have to Вам go теперь now. Нужно идти. Почему-то эта фраза оказалась непереводимой для переводчиков. Не знаю, слишком сложно. Все, давайте, ребята, идите. Не знаю, 4 босса подряд и потом 3-часовой ролик. Ну, могли бы это все немножечко разрезать, перемешать вместе. Было бы интересно. По крайней мере, ну, как... Давай, Кена, отправляй их. Он тоже ушел. Хорошо. Почтите Таро. Или даже Таро. Хорошо, ребятушки. На этом моменте тогда будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.